Итак, 81 уровень пройден. За последние 5 или 6 уровней, 6 уровней я заработал около 300 тысяч и на них поставил везде турельки! Я осознаю, что, скорее всего, прямо сейчас меня нагнут. И это позволяет мне задаться вопросом, а вообще в этой игре можно ли пройти 82 уровень? Конечно, это типные конструкции, тип таких, обычно обречены на поражение. Но мне ничего в голову лучше не приходит пока что. Итак, 82 уровень. Нагнут или не нагнут? Я знаю, что нагнут. Графонище-то сколько. И да, если в игре отключить звук, то лагает не так сильно. Как вы видите, нагибают ток так. То есть даже телепортированные кораблики я не успеваю разломать. Ну вот. Даже всей ентой военной мощи не хватат. Ну, быть, как-то можно иначе приоритеты настроить, не знаю. Но гамовер, вот он. Я не знаю, как в принципе пройти этот 82 уровень. Можно ли его в принципе пройти? Повторюсь, однородные конструкции, типа таких вот, они очень сильно проигрывают. Но с другой стороны, у меня и враг однотипный, то есть вот кораблики, которые прорывают линию обороны, у них не действуют слоуметы. Вот. В общем, лазеры для них слишком медленные, ракеты для них слишком медленные. Я даже не знаю, что против них можно. Да и, собственно, хилсы на 82 уровне столько, что мне кажется, если всю карту застроить ракетами, все равно не хватит огневой мощи, чтобы нанести им какой-либо существенный вред. Это, конечно, нам говорит о том, что, что турели против них неэффективны. Ну ладно, допустим. А что против них эффективно? Например, ракеты обладают радиусом поражения. То есть они не просто бьют в точку, они бьют всех соседей. Но мы не можем сгруппировать вот эти кораблики, поскольку слоумета на них не действует никак. Вот. И, кстати, проиграл я всего с минус двумя жизнями. Как раз тех двух жизней мне вначале этого уровня не было. Да. Странно. Впрочем, тогда бы меня выбрали на 83 уровне. Так что такое. Видимо, следующий шаг к прохождению данной игры – это потрошение исходников. Ах.